Сегодня премьер-министр республики Иван Моторин побывал на двух предприятиях, занимающих особые позиции в электротехнической отрасли. Речь идет об исследовательском центре и научно-производственном предприятии под одним названием «Бреслер». Центр занимается производственной научно-исследовательской деятельностью. Разработчики предлагают потребителям комплексные решения в области автоматизации электроподстанций. Иван Моторин посмотрел, как работают структуры центра, поговорил с молодыми учеными. Одна из главных тем – позиционирование производства на российском рынке – в условиях импортозамещения. Большой ассортимент устройств релейной защиты и автоматики производится в научно-производственном предприятии с одноименным названием. Здесь председатель кабинета министров увидел, как идет сборка микропроцессорных терминалов РЗА, побывал в лаборатории, встретился с коллективом. Речь шла о дальнейшем развитии отрасли, о новых разработках, об увеличении объемов производства.